Предприниматели Химок готовятся к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Кафе городского округа предлагают приятные бонусы для тех, кто завтра откажется от автомобиля. Так, в заведении на Московской, 21, любители двухколесного транспорта смогут отобедать дешевле, чем обычно. Завтра у нас 20% скидка на все меню. Мы ждем всех велосипедистов, кто приезжает на работу. У нас есть парковка, у нас есть вкусное меню, отличное обслуживание. Всех ждем в гости. Химкинские велосипедисты смогут насладиться и бесплатными горячими напитками. Такой подарок приготовили сотрудники кафе в здании театра «Наш дом». Эта акция у нас уже не первый раз. Мы приглашаем всех любителей велоезды к нам в кафе. И каждому, кто к нам приедет на велосипеде, дарим кофе. Химки – традиционный участник всероссийской акции «На работу на велосипеде». В городском округе мероприятие проводят с 2015 года. Каждый раз в день акции сотни жителей, а также госслужащие, бизнесмены, сотрудники крупнейших предприятий выбирают двухколесный транспорт для передвижения по улицам Химок.